Всем привет! Всем Мария. Привет! Это еще одна Мария. Мы едем уже очень долго в поезде. Такая память вообще. Мы в Сочи. Мы идем лак из автобуса. В таком виде, конечно. Наконец-то появился интернет. Ура! Да. Спишемся позже, пока. Всем привет, у нас сейчас по расписанию бассейн. Я тихо всем. Это Маша. Это еще одна Маша. У нас есть полтора часа свободного времени, классы еще не начались. Полтора часа! Что? Да, первый раз полтора часа. Когда первый раз? Ну сейчас. Что, класс? А, в смысле, перерыв у нас первый раз полтора часа. Хотим танцевать. Что сегодня было ночью? Это пипец. В общем, история о том, как три взрослых девочки испугались, и мы спали на одной кровати, потому что она была очень страшная. Мы очень сильно испугались, потому что мы думали, что в нашей комнате духи какие-то ходят. Маша, речь будет самая фотогеничная. Я тебя знаю. Это разговаривать. А ты что скажешь? Так, окей, а как вам первый класс? Ой. Как вам Лейла Багирова? Лейла скажите, Багирова пожалуйста. Самая классная. Сейчас руки вытру от говна. Багирова топовая. Фоткают каких-то жирных, а меня не фоткают. Смотри, какое-то море говно. С буйками 3 сантиметра. 6.5 hours later. А вокруг все гуляют парами и друг друга чувствуют порами. А ты прячешь глаза за фарами. А, подожди. Не танцую, женщина, я не танцую, но хватит улыбаться. Нормально с ориентацией. Женщина, я не танцую. Женщина, не танцую. Тверк, тверк. Внимание, у нас кукинг от Марии. На хлебе у нас сахар. Поливаем это все чаем. Говорит, что ее бабушка так звучит. Как мы спасаемся от нехватки сладенького в нашей жизни? Все готово. Все это можно плавать? Да. Едем на экскурсию. Мы едем в Олимпийский парк. Почти едем. Так вот, уважаемые курорты большие. Что она несет? Вас приветствует. Вообще, у нас экскурсовод. Главный человек. Главный человек. Его зовут Арнольд. Арнольд.